Привет, ребята, собираемся в лес. Возьму парочку персиков. Компотика налила. Втроем едем. Старший сын не хочет. Такие вот мы купили в нашу вот эту палаточку. Мы ее берем с собой. Мы там ее поставим. И вот такие мы берем матрасики. Вот такие матрасики мы возьмем. Они такие мягенькие. Постелим вовнутрь палаточки. Уже приехали в лес. Идем. Несем вещи. Воздух классный, вообще хорошо как. Ай. Прям не захотелось сегодня на море, захотелось подышать хвоей. Сейчас выберем себе место и будем располагаться. Сколько шишек. Красота. Никого нет пока. Но там машины стояли припаркованные. Отдыхающие есть. Там смешанный лес, а здесь хвоя, такими, знаете, посажена полосами. Полоса смешанного, полоса хвои. Полоса смешанного, там дальше тоже полоса хвои. Ну вот, полили здесь. Что-то полили, но нельзя здесь полить костры. Мы полить костер не будем. Шашлыки мы жарить тоже не будем сегодня. Мы взяли с собой перекусить. И будем играть в бадминтон. Я взяла ракетки и в мячик, и просто дышать. Приехали мы на ингаляции, на хвойные. Ну, можно здесь, а мы тогда смотрели где-то место там дальше, да? Ну, конечно, там дальше, да. Но это далеко тащить вещи, не хочется. Да. А это то же самое? Ну, в принципе, да. Тут же ах, пахнет. Ну, можно здесь, вот тут какие-то заросли ягод непонятных, да, диких. Сейчас будем убирать все. Да, мы сейчас будем убирать шишки, Костя, давай. Папа тебе покажет, куда ставить. Иди вон собирай. Почему шишка не там? Костя, иди вон собирай с папой шишки, кусты их. Здесь будет палатка. Что это за ягода такая интересная? Какая-то дикая. Так, я вам помогаю тоже шишки собирать. Помогаю. А, вот здесь же мы будем ставить, да. Ну, мы же там будем... Вот так мы сюда их положим. Ставим нашу палаточку. Ох ты! Давай я буду помогать. Расправлять. Ну, вообще, Костя. Ну, сюда сдену свои. Ну, подожди, плечи. Сейчас ты будешь тащить вон те наши матрасики. Матрасики тащи. Мы сейчас ее установим сначала. Ты не можешь воду открыть? Закрути. Давай я закручу. Держи, хорошо? Ну, ты попил хорошо, ты не любишь... Но она слабо газированная, она не такая, ну, что прям... Покупали. Да, она нормальная. Ну, то Костя не любит сильно газированную. Ну вот, будет тут палаточка стоять. Будешь, Костя, отдыхать здесь сегодня. У тебя тут будет такой дневной сон на свежем воздухе. Релакс. Сейчас будем распаковывать все эти. Мне еще новенькие матрасики. Я думаю, что вот эти вот надо не разрезать. А, это резиночки. Они легко, да. Они легко снимаются. Конечно, хлюпенькие эти полушки. Ну, хоть чуть-чуть его тут раз растянуть. Это уже если на серьезный отдых, надо шампура. Да хочешь, туда и ставь стульчики. Я наслаждалась, чтобы я наслаждалась видом леса. Чтоб я наслаждалась видом леса? А ну, я согласна. Вот так вот. Мы сюда ставим. И будем наслаждаться видом леса. А вид тут действительно я бомбический. Я буду... Будем наслаждаться, да, Костя? Ну чего ты ложись? Смотри, как хорошо. Да. Открывай своих человечков. Ты с собой взял человечки? Ну, играйся. О, какой свежий воздух, какая красота, просто замечательно. И так мягенько на этих матрасиках. Да. Супер. А я же говорю, надо что еще мягко. Один потом. Ну, хотя мне кажется, тут третий вообще, ну как-то. Ну, ляжет, ну, ляжет, но мне кажется, будет как-то не очень. Ой. Красота. Иду поброжу я. Люди бегают, спортом занимаются. Тут вообще хорошо. Ну, занимаются спортом, бегом.
бегом занимается. Слушай, а вот это вот... А я не могу понять, для чего вот эти планки набиты? Ты не знаешь? Чего? Берет. Для белки. Не, ну это ж кто-то туда залез и их прибил. А для чего? Непонятно. Ребята, ваши версии. Для чего это прибито? Только на этих двух соснах. Больше нигде такого нет. Да, бросай вот так вот. Раз. Сейчас я стану на ту сторону, ты будешь мне кидать. А я буду ловить. Ты с той стороны становись. Немножко дальше. Чего? Давай. Придумали новую игру. Это как будет называться? Баскетбол. Ай, я не могу. Кидай, чтобы в эту дырку он пролетел, в ворота. О, ура, молодец. Теперь я буду тебе. Барам-барам-барам. Теперь я подкидываю тебе мячик. Приготовился? Ой! Я не докинула. Давай теперь ты. Давай. Оп. Чемпионат по лесному волейболу. Ой. Ну не добросила я. Давай, теперь я ловлю у тебя. Походу я не считала. Все. Сейчас будет мощный бросок. Слышите, как поют птички? Костик мне сделал вот такой красивый браслет. Как он, Кость, называется? Природный? Да, природный браслетик. Природный для мамы браслетик. Он замечательный. Самый дорогой браслетик. Я тут валяюсь, девочки и мальчики. А Костя решил босиком походить. Только смотри, Костя, чтобы стекла там не было, чтобы ты, смотри, аккуратно. Приятно тебе так ходить босиком? Да. Да? Ну, играйте, я уже поиграла. А я поваляюсь. Какая красота. Какая красота, королева ночи. Я отдыхаю сегодня. Да, мама сейчас посмотрит, как вы тут играете. Бадминтон. Промазал? Промазал. Снова? Ничего, тренируйся. О, прям в сосну попал. Обуваю свои кроксики, обуваю. Иду тоже играть в бадминтон. Я следующая буду. Давай. По очереди будем. Ух ты. Я веточку нашла вот такую пушистую. Упала сосенки. И вот такую вот прикольную шишечку новенькую. Тоже что-то она упала. Молодая шишечка. Сейчас пойду посмотрю шишек красивых, пособираю. То, что Костик идет в первый класс. И надо будет им этот материал природный. Раз мы уже в лесу сосновом, я хочу поискать таких красивых шишек. Пойду поищу сейчас. Вот шишек много, но они какие-то, ребята, все вот такие вот. Прошлогодние, не знаю, на поделку они пойдут, не пойдут. Но я возьму, потому что, может, какого-то ежика они слепят. Ну, вот они все такие вот раскрытые. Хочется такую аккуратную найти. Сейчас будем искать. Вот молоденькая лежит. Видите, молоденькие они прямо в этом масле. Как она? В смоле, не в масле. В смоле в этом янтарном. Ой, кто здесь? Пчела. Пчела здесь прилетела. Ой, я тут просыпаюсь, а тут такое
смотрит на меня в палатке. Чудо. Дима. Ты кто? Ты кто? Друг. Смотрит на меня в палатке. Залез. Что это за кракозябли, Костя? Я не знаю. Любопытнейший из любопытнейших. Какое-то насекомое. Эй! Эй! Ты летаешь? Сейчас какие у него интересные лапы, да? Может, это человек-паук? Нет, это что-то летающее. Какой-то мотылёк. Ты видишь? Мы его с Костиком рассматриваем. Нам интересно стало, кто к нам сюда в палаточку залез, забрался. И, кстати, не собирается покидать наше общество. Очень понравилось ему наше общество. Мы какую-то птичку увидели. Не можем понять, что это за птичка. Какая-то крупная. Она, как она нас съест? Она с каким-то таким клювиком, хохолком. Да, хохолком. Но уже мне дальше не увеличивается, ближе не становится. Мы боимся пошевелиться, чтобы она не улетела. Вот я поближе подобралась. Сидит такая интересная крупная птица. Что это за птица? Мы ее еще издалека приметили. Ребята, знаете, что за птица? Напишите в комментариях. Я что-то не знаю, что это за птица. Такая... Ну, спрятались, испугались я птичку. Что это за птица? Птица скалолаз. Скалолаз? Да, я это читал в книжке. Она как палка, просто конец у нее черный. Да. Такие красивые крылья, она по скалам лазит. Так тут нету... Длинный черный нос. Так нету тут скал. Сейчас такая жара стоит. Что малейшая искра и все. Можно устроить пожар. Вот тут даже везде такие таблички, видите, что при пожаре звоните 101. Вот. Но мы не будем, мы даже с собой спички не брали. Мы костер не делаем. Где есть табличка на дереве? Видите? На многих деревьях такие таблички. Иду погуляю немножко. Воздух просто дурманище. Просто дурманище. Хорошо, что мы не поехали с утра на море. Мы бы сгорели там. Мы сегодня в лесу. Велосипедисты ездят. Здесь такая дорога. Но автомобили тут не ездят. Там со всех сторон прегражден путь автомобилем. Тебе понравилось на природе? Сейчас западёшь. Я стрелю уже. Все, мы идем собирать палатку. Иду на помощь папе. Палатку сегодня сложили хорошо, быстро. Уже идем домой, да? Вот что у нас произошло с ракеткой. Потому что некоторые начали шишками играть. Это не бобер. Это кто-то тут упражнялся. Валить дерево. Видишь? Кошмар. Бобров здесь нет. Откуда здесь бобры? Что я переживаю за машину. Где там наша машина? Ага, есть. Все в порядке, на месте. Фух, так устали. Все складываем. Ты там сам пристегнешься? Да, пристегнусь. Ну и отлично, давай. Круговое движение. Пропускаемся, да, Костя? Да. Ты вообще как Фольксваген? Не, Костя, я же не водитель. Вот сколько машин. Все на море, что ли? Возвращаемся.